Утром октября в Россию прибыл корреспондент российской газеты, в отношении которого власти Кипра применили противоправные действия, сообщили в МИД. В ведомстве заявили, что Москва направит во все профильные международные организации информацию о недопустимом отношении к журналистам, которое набирает обороты в странах НАТО. Как сообщалось ранее, в Никосии был задержан корреспондент российской газеты Александр Гасюк. К нему были применены силовые методы. Российскому журналисту травмировали руку. Он был доставлен в больницу. На сайте МИТРФ опубликовано заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой. В нем говорится, что беспардонное выдворение корреспондента российской газеты с Кипра – это очередное звено в скоординированной кампании коллективного Запада. Ее цель – тотально подавить в своем информационном пространстве любые источники альтернативной информации. Захарова подчеркнула, что, пытаясь всеми способами заглушить голоса несогласных, Запад расписывается в своем бессилии перед правдой. Дипломат также обратила внимание на то, что необратимо дискредитировали себя и некоторые международные структуры, призванные защищать СМИ от произвола.